70% матчей вам надо будет работать с тем, что что-то где-то немножко не получается. И, соответственно, техника должна быть такая, которая устойчива, именно начиная со счета 4-4. Вы как угодно будете играть 1-1, 0-0, 2-2, но когда вы заезжаете, вот начиная с 4-3 и потом 4-4, вот здесь начинается сет. Или 4-1, или 4-2, понимаете? Вот после счета 4 реально начинается теннис. И там идет проверка технической устойчивости ваших ударов.